Всем привет! Сегодня у нас среда. До Нового года осталось еще 3 дня. И у меня пропал голос, потому что я простыла. Это для меня привычное такое дело. У меня просто начинает болеть горло, начинается ларингит, я теряю голос. Начинаю кашлять, проходит кашель, и я целую неделю не могу разговаривать, потому что голоса нет. Мой муж говорит, наконец-то будет в доме тишина. И на самом деле я сначала просто так говорю, как обкуренный мужик, а потом просто нету вообще голоса. Мне всегда страшно, потому что кажется, что голос уйдет и больше никогда не вернется, и мне никогда не будет слышно. Но это максимум длится неделю, и потом потихонечку так возвращается. Мы сегодня тоже готовимся к Новому году. Вот у нас такие огоньки. Ёлочки. Так. Дашка смотрит мультики на румынском языке. И вот все эти вот ее движения, это все выражение... выражение радости, что ли, какой-то, да? Я себе сегодня купила столько ниток. Сейчас я их покажу. Смотрите, в общем, это такие нитки для вязания крючком. Тут идет 50 метров. И 100% хлопок. Ой, 50 грамм, 225 метров. И стоят они где-то 1,5 евро. Ну вот в этих... Нет, подождите, 35 лей. Это... Почти 2 евро там. Вот у меня желтый, розовый такой красивый цвет, оранжевый, голубой, синий, так, бежевый, красный. Потом вот эти два мотка, это я в другом месте покупала. Так, это я потом о них расскажу. Вот такие, такие цвета, фиолетовый, бордовый, розовый. Такой зелененький. Вот эти два цвета. Тут идет другой метраж. Тут 100 грамм. 100% хлопок. Это румынское производство. В Сибири их производят. А вот эти. Yarn Art. Это, по-моему, Турция. Ну, в общем, я тут не могу расковырять его. Но мне кажется, это Турция их производит. Ну, неважно, в общем. Потом я взяла еще два вот таких цвета. Такой он идет молочный и этот бежевый. Эта нитка потолще. И так, чего-то тоже Румыния ее производит. 100% хлопка. В 100 граммах 433 метра. В общем, я еще никогда не пробовала, но я хочу попробовать Дашке связать платьице. Может быть, получится. И эта нитка стоила, так, это надо около 3 евро, моточек. Потом еще вот такой белый-красный, буду делать мерцешор, если получится, это к весне. В общем, такой наборчик у меня не так появился. Теперь осталось только придумать, что с этим делать. Еще я себе купила немножко бисера, пам-пам-пам-пам. Вот, тоже буду, хочу сделать этот... как его называют, сирень его называют, этот цветок. В общем, нигде не могу найти стекляруса или рубки, и мне бы там было неплохо работать со стеклярусом именно. Если нет, то придется что-нибудь другое заменить. Вместо одного стекляруса 4 бисерины. В общем, я еще в поисках. Мы вчера ездили на Украину, и там у меня вообще просто масса впечатлений, причем не с лучшей стороны, вот даже Даша возмущается. Причем Дашка осталась дома с бабушкой, я ездила с папой, сестрой, подружкой, и мы с Джеймсом вдвоем. И так как с нами обошлись на границе... Работают молдаване и украинцы рядом, вместе, бок о бок, и ненавидят друг друга, как только могут. Перекидывают вину друг с друга.
В общем, не знаю, как... У меня просто нет слов, одни возмущения. Вот я вчера там ругалась с ними и сорвала себе голос, поэтому я охрипла. Если вот у меня вот пройдет, надо, чтобы прошло немножко времени, чтобы я остыла. Я расскажу вам, как работают украинцы на границе. В двух словах не рассказать и не передать все то, что с нами случилось. Но я сниму про это видео обязательно. Может быть, те, кто собираются стать пограничниками или представлять свое государство, вот так иностранцам, ну, для Джеймса, к примеру, это был первый раз. И так как он увидел эту страну и представителей этой страны вот с этой стороны, поверьте, он не остался доволен. И, в общем, у него сложилось не лучшее впечатление. Хотя люди неплохие, должно быть, и страна неплохая. Васюлька, сейчас иду. А вот так они ее представляют, не с лучшей стороны. Жаль. Всем привет! Сегодня я буду делать мужу своему новогодний подарок. И лучший его подарочек — это я. Поэтому даже не подарок, а он себе это уже давно хотел. Поэтому сегодня наступил этот день X, когда он это все-таки получит. И даже не только это, но еще и бонусное кое-что. Смотрите, какие у меня уже длинные волосы. Так, это вот с мая месяца. В мае они были вот такими. Я ходила беременная, попросила маму постричь мне волосы, отстричь концы. И потому что они очень сильно стеклись. Она со своими предрассудками. Да что, беременным нельзя, не надо. Вообще не пошла в обычную парикмахерскую, там мне отстригли. Ну, где-то, ну, вот такой кусочек примерно. Сколько там, сантиметров 10, может? Не будет 10 сантиметров. Потом они отросли уже и выпадают все так же, вот как началось это у меня пару, уже, наверное, почти 2 месяца назад, вот так же они выпадают ужасно. Так, ну сегодня будет им кое-что, чтобы знали, как выпадать. У Дашки волосы темнее моих, мои более рыжие такие. А у Даси прямо темные, темненькие такие, да? Эй. Та-та-та-там! Чудесное перевоплощение. Вообще-то уже прошло, наверное, так, чтобы не соврать, около недели после того, как я покрасила волосы. И видео я хотела снимать сразу, показать еще в тот же день. Но так как у меня это происходило первый раз, мне было так плохо, я так надышалась этим аммиаком. И, в общем, я пришла домой, помыла голову еще один раз, потом вечером еще один раз. Я просто лежала пластом. Я, конечно, в тот день не позавтракала, но это большой секрет. Я как-то упустила это из виду. И, ну, и, в общем, когда я села есть, ну, села лежа есть, это было уже, наверное, 2 часа дня, может быть, еще из-за этого, плюс еще надышалась, и, в общем, мои мигрени дали о себе знать. В общем, получился такой цвет, я не знаю, как его назвать, темно-коричневым каким-то таким. Я еще, конечно, на фоне коричневой двери, очень такой удачный у меня фон, ничего не скажешь. И челку мне постригли ровно, теперь буду стараться ее всегда ровно вот так стричь, как она есть. Пришло вот, ну, около недели прошло, вот она уже отросла, снова надо ее стричь. И у меня такое ощущение, как будто бы я всегда была именно с этим цветом волос. Настолько я к нему уже привыкла. Мне кажется, волосы стали меньше выпадать, они стали такие еще более прямые, еще такие гладкие, прямо вообще мне понравилось. Еще у меня вот такой есть новогодний мой подарок. Так, как его показать? Прям бам-бам-бам. Там, короче, ну да, маникюр у меня не очень, я знаю. Такой камушек, я называю это украшением «Дорогая бижутерия». Потому что там хотя и стоит проба 925, но для меня изделие дорогое, когда вот
под каждым камушком есть дырочка, и ты можешь сама зубной этой вот как её, щёткой почистить своё украшение. Под этими мелкими камушками нету дырочек, там просто идёт сплошная такая вот, ну, в общем, металл вот этот посеребрённый какой-то, или серебро. И поэтому это украшение для меня из ряда дорогая бижутерия. У меня такие сережки. К ним идет вот такое вот колечко. Вот видите, какой камень такой зеленый, фиолетовый, какой-то, не знаю. Вообще камень, не знаю, как он называется, тоже, наверное, красиво обточенное стекло. Но на солнце тоже блестит красиво. В общем, мне нравится. И точно такой же кулончик у меня есть. На этих украшениях стоит 925-я проба, но это будет очень легко проверить, потому что мои уши не берут ничего, кроме золота, серебра и стали, так как я золото одеваю очень-очень-очень редко, только когда надо куда-то выйти, надо быть всей такой ля-ля-ля золотой, а так я ношу только серебро и сталь, поэтому посмотрим, если ушам больно не будет, это у меня второй день, когда я эти сережки ношу, причем не снимаю, я спала тоже в них. У меня все должно быть практично. И, в общем, если уши не будут болеть, значит, либо это на самом деле серебро, либо посеребрённое. Посмотрим. Мне пора закругляться. Мы договорились с родителями встретиться в пиццерии, так что я побежала.